Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Рамон Костомаров находится в реанимации с 10 января. Врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в коммунарку. С того времени Костомаров не приходил в сознание. Но спустя несколько недель, 24 января, появились обнадеживающие новости. Источник рассказал, что пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании, пока он еще на ИВЛ, но глаза открыл. Сегодня выяснилось, что Костомаров смог недолго поговорить с супругой Оксаной Домниной, бывшая фигуристка, также выступает в ледовых шоу. Роман уже может отвечать на вопросы врачей и поддерживает диалог. Также сегодня Татьяна Тарасова раскрыла истинную причину госпитализации Романа Костомарова. Спортсмен может винить во всем не только себя. Костомарова якобы загнали на больничную койку попытки сбить температуру ледяной водой. На разошедшиеся по сети слухи пришлось реагировать его близким людям, готовя к спортивной карьере будущего чемпиона. С юных лет отучали от приема лекарств, заявила Татьяна Тарасова. При этом, уточняет тренер, в шоу «Ты не поверишь» на НТВ Костомаров не занимался самолечением, не нырял в прорубь, а ждал, пока недуг уйдет сам собой. Приучен с детства. Допинг же, поэтому парни не любят пить таблетки, рассказала Тарасова. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свои мысли в комментариях.